Она вышла. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Юлию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Юлии поднимайся в комнате диагностики. Пошел, подъем. Она как невидимка, на ней колпак одет. Хорошо, колпак. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Юлию. Она меня слышит? Слышит, но ей колпак мешает. Я даю команду на счет 3. Сканер помогает, отключается колпак полностью. Пошел процесс и отправляется в клетку-тюрьму. Ну, колпак в клетке, она кашляет. Хорошо, мы приветствуем Юлию, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она на горло показывает. Ей надо прокашляться. Подождем, хорошо. А что у нее в горле? А вот этот колпак, он был как прикручен к полу, полностью покрывая ее. И там был свой, ну, своеобразный воздух. А что это за паразит такое делает? Выстраивает колпака канал к ответственному 1, 2, 3 и притягивает этого паразита в клетку-тюрьму. Стоит в клетке. Это гуманоид. Отлично. Снимаются все маски и голограммы. Гуманоид представляет первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид. Хорошо, гуманоид. Ну что, искал встречи, нашел ее. Теперь будешь наказан. И этот колпак я одену на тебя, перепрограммирую и заберу у тебя 85% энергии. Все это тебе понятно, гуманоид? Понятно. Он говорит, отдай мне ее. У нее в горле его энергии. Включаю внутренний белый свет Юлия 1, 2, 3. И этим внутренним белым светом я подхожу к ней, даю ей столько энергии, сколько необходимо. Она выдавливает из себя все энергии, находясь на частоте этого гуманоида. 1, 2, 3. Пошел процесс. Свет выдавливает все эти энергии. Они выходят из всех семи тонких тел, формируются в шар перед Юлией. Готово. Отлично. Открывается портал в галактической дробь под этим шаром. И шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Большой шар был? Как мяч. Как мяч. Хорошо. Итак, Юлия, мы приветствуем вас. Вы даете разрешение на диагностику и чистку? Приветствую вас. Благодарю, что сняли с меня это. Я даю вам разрешение на чистку. А как этот паразит попал в ваше биополе? Вы в курсе? Все началось постепенно. Вопросы, ответы. Понятно. Хорошо, бывает. Разберемся. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Юлии под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Юлии. Находит все. Дракон красный. Инкуб. И джин. И джин. Какой джин? Считай цифры над головой. 32-16. Синий. Да. Сколько ты находился в биополе, джин? 4 года. 4 года. С какой вещью попал? У нее в квартире портал, он оттуда пришел. У нее в квартире портал, а мы сегодня чистим случайно этот портал. А поскольку ты там, в этой квартире, уже присутствуешь, расскажи-ка мне за этот стук, который происходит на потолке над ее кроватью. Что ты об этом знаешь? Это он ничего не знает, но он точно знает, что это не на территории, где он обитает. Хорошо, будем разбираться. Хорошо. Итак, начинаем сразу с реверса энергии. У нас колпак и гуманоид колпаку. У нас красный дракон, считай цифру красного дракона над головой. 846. Молодой относительно. Сколько ты находился в биополе, дракон красный? 3 года находился, ему интересен компьютер и все, что с ним связано. То есть электронные вещи. Цель твоей подключки была какая? Информация. Ты получаемая воровал? Через электронный девайс. Понятно. Понятно. Что ты забирал у нее? Ты не мог просто наслаждаться информацией. Тебе надо еще энергии. Воровал энергию? Подпитывался. Сколько процентов из 100? 20. Хорошо, то есть ты действительно обучался, да? Информацией тоже подпитывался. Хорошо. А чем тебе так интересен компьютер, я не пойму? Это все это идет из... Это мое обучение. А что, ты не мог у себя обучиться? Данный момент жизни на Земле интересен. И я могу получать его напрямую. Ну хорошо, ладно, оставим так. Инкуб, сколько ты находился в биополе? 3 года. И гуманоид, сколько ты находился в этом биополе? 7 лет. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Юлии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам
Ответственным за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Юлии. И выстраиваю канал от Юлии к этому колпаку. 1, 2, 3. Реверсом отдаю в колпак весь негатив, все негативные патогенные энергии, которые Юлия получила от колпака. Мощным потоком пошло все назад. Идет грязь. Слово грязь. Мысли у нее как серые, затуманенные. Много их. Сумасшедшие мысли. Колпаку. Ах, вот как. Ну что ж, гуманоид. Словно много мыслей. Головец... Скакивает одну на другую. Откуда ты, гуманоид? Орион. Ловец душ? Можно так сказать. Хорошо, разберемся. Ждем реверса окончания. Я не ловлю только душу, я ловлю также и плоть. Ну, а сейчас я тебя споймал. Плохой из тебя ловец. Как они вас находят, это становится. Это становится слишком частым и шумным. Я не понял сейчас, Вера, как, когда что? Кто находит кого? Что он сказал? Значит, как они вас находят, это становится беспокойным. Кто они? Люди? Да. Беспокойным становится для тебя однозначно. Я тебе даже могу показать причину этого беспокойства. В их руках появляется плазменная живая энергия. Шар. Видишь это? Ты думал, ты со своим колпаком пришел один? Ты посмотри я на эту... Я вижу там мой генетический код. А и ты знаешь, а как он работает? Знаешь, как хорошо? Сегодня рептилоя здесь бегал. Он работает против меня. Абсолютно верно. И как ты думаешь, что я сегодня сделаю с этим шаром? Если не Юля... подключай это ко мне. Если Юля скажет... Ты можешь повредить моей плоти. Не просто, повредить, а еще хуже сделать, чем ты себе представляешь даже. Видишь, гуманоид, а ты испытал сегодня какие интересные эмоции. А то сидел... Это может негативно повлиять на меня. Не только может, а и повлияет на тебя негативно. Или как ты думал, тебя будут благодарить здесь за этот колпак, который ты установил на человека и в котором он 7 лет сидел? Этот колпак был и есть невидимый. Вы не должны были найти ее. Слушай, ты что, меня за идиота сейчас считаешь, а? Если я его нашел, что значит я не должен был его найти? Объясни мне сейчас. Что значит я ты... Я говорю про мою технологию, которая закрывает ее. Твоя и технология... делает невидимой. Твоя технология устарела, я ее увидел. Все. Кроме того, у меня есть оружие, которое для тебя смертельно. Которое ты никак не выведешь потом из своего биополя. И для твоего ДНК, и для всего остального. Жалко, что ты не видел этого рептилоида, который получил сегодня этот удар и умолял, чтобы я эту энергию потом из него вывел. Потому что он, к чему он не прикасался, он полностью там расплавлялся. Вот гуманоид. Вот к этому мы пришли. Вот к этому ты шел 7 лет. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Юлия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не взяли до последней капли, возвращает Юлия себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Все родные энергии на ее чистоте мощнейшим потоком пошли назад. Забираем все свое по праву. Мы не должны были этого делать, мы не должны были того делать. Это все равно, что преступник говорит полицейскому: ты не должен был меня ловить, ты не должен был меня увидеть. Передовые цивилизации. Законы для всех одинаковые. Готово. Отлично. Хорошо, значит, мы все забрали. Начинаем с Джина. Джину выходить не надо. Собирай всю свою пыльцу, пыль. Все, что ты оставил в ее биополе, все подключки, отключайся полностью. И доложи мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, забудет специально или нечаянно, он просто сгорит в этой клетке тюрьме. Такое бывало неоднократно. Здесь никто не шутит. Здесь все серьезно. Поэтому внимательно прислушайтесь к моим советам и словам. Джин забрал. Инкуб, выходи. Собирай все, что ты оставил. Все свои полоски, ошейники. Все, что установил, вытаскивай. Ничего не забывай, возвращайся. Готово. Красный дракон, выходи, отключайся, вытаскивай все свои платы, возвращайся назад.
Есть. Отлично. Я даю команду. Сканер сканирует Юлию. И если что-то еще на чистоте гуманоида или колпака осталось, все негативные мелкие энергии сжигаются на месте. Если что-то крупное осталось, выводится из биополя и зависает перед Юлией. Пошел скан. Вышла еще одна тонкая оболочка. Ах, вот как. Еще одна тонкая оболочка вышла. Открывается портал в галактическое ядро, и эта оболочка уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отлично. Подхожу к Юлии и помогаю моей энергии сделать импульс высокой вибрационной шока удара и сжечь все каналы. 1, 2, 3, удар. Отлетает каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Канал выходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Итак, кто у нас еще в квартире был? Дракон, да, он сказал? С платами или кто? Не спрашивали. Хорошо. Джин, кто из вас? Джин, ты один был или еще кто-то? Дракон. И дракон. Хорошо. Дракон красный и Джин. Я сейчас вам открою портал в квартиру. Вы пойдете в квартиру. Через минут 20 мы придем. За это время вы соберете все, что вы оставили в этой квартире. Я проверю и открою вам порталы на вашу чистоту. Первый раз я вас отпущу. Вам это понятно? Понятно. Открывается портал против часовой стрелки в квартиру Юли. 1, 2, 3. И красный дракон уходит в этот портал. И вслед за ним уходит Джин. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Инкуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. И инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь твой клиент Орион, гуманоид, с колпаком, 7 лет сидел. Еще пытался вначале мне сказать, отдай мне ее. Но когда увидел плазменный шар, у него желание отпало. Мы все забрали из колпака. Колпак уничтожить, его забираем. Открывая под колпаком портал в галактическое ядро, и колпак уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Забрали. Хорошо. Клетка пустая, Вера? Пустая. Хорошо. Поехали по частотам. Хорошо, Юлия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения от сущностей? Очень интересными энергиями. Я наполнена. Рассмотреть хочется, все прочувствовать. Хорошо. У вас будет время. Сейчас мы вас будем возвращать назад в ваш биоробот и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Юлии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. И отключайся от Юли. Квартиру ты видела. И на счет 3 ты стоишь перед входной дверью. 1, 2, 3. Ты перед входной дверью Юлии. Да, это. Входи в квартиру. И я даю команду. У меня дракон, Джин. Да, поехали. Джин, дракон. Черт. Воронка и неупокойная душа. Воронка и неупокойная душа. Хорошо. Начнем тогда с воронки. Под воронкой открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И воронка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Джин, ты все собрал? Да, собрал все. Вещь свою забрал, с которой ты пришел? Да. Хорошо. Я прошу тебя, больше не приходи в этот дом, мы будем проверять, вернее, защищать. Ты не сможешь сюда зайти. Найди себе новое место обитания. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Красный дракон. Все собрал? Собрал. Хорошо. Готов уходить? Да. Я хочу получить слово красного дракона, что ты больше не придешь никогда в это биополе и в эту квартиру. Даю слово.
Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, у нас стоит черт и неупокойная душа. Неупокойная душа, представься, как нам обращаться к тебе? Лада. Лада. Лада, как давно покинула? Ты развоплотилась в этом воплощении? 2 года. А почему не ушла? Она показывает аварию. В аварии она погибла. Искала семью в этой аварии. Понятно. А портал открывался тебе светлый? У меня семья была, муж и дети. Она искала их, не обращала внимания на порталы. Понятно. Ей нужно было найти их. И это было 2 года назад. Сколько тебе лет было, Они Лада? Они в больницу попали. Они живы, да? Они живы. Понятно. Лада. Сколько тебе лет было, когда ты погибла? 24. Совсем молодая. Хорошо, Лада, тебе, честно говоря, ты знала, что мы открываем порталы? Тебе кто-то сказал? Знала, да. Хорошо, тебе просто повезло, потому что мы встречали души, которые по 300-400 лет гуляют, и потом уже вообще ничего не остается. Не смею тебя больше задерживать, буду открывать тебе светлый портал в чистилище. Ты готова уходить? Готова. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Лада уходит в этот портал, ее встречает куратор, все ее друзья, все, кто ее знал, родственники. Мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. Готово. Встречает? Да. Закрывая, печатаю, растворяя. У нее такое длинное платье, ей как венок на голове. Туда зашла. Замечательно. Хорошо, считай цифру у черта над головой. 5. Чертик, ты здесь хозяйничал, да? Давно я тут. Ладно, хорошо. Давай сделаем следующим образом. Сейчас ты выйдешь, соберешь сначала все, что я раскидал в этой комнате. Все свои комочки, одеялки, чтобы ничего не было. Потом мы с тобой пройдемся по всей квартире. Ты мне покажешь порталы, я их закрою. После того, как я закрою порталы, я соберу весь негатив в этой квартире, который здесь есть, и отдам тебе в дорогу. Тебя устраивает вариант? Да. Хорошо. Давай тогда начнем с первого пункта. Ты выходишь и собираешь все, что ты раскидал. Приступай. Комочки раскидал. Сеточки. Одеялки. Коврики. Собрал. Хорошо. Отлично. Так. Давай теперь перейдем сразу к порталам. Перед тем, как мы к порталам перейдем, там, где стоит кровать, в углу, какой-то идет стук. Что это за стук был? Откуда он идет? Там есть выше портал параллельно этой комнате. Вот ты имеешь в виду? Иногда кто-то перемещается со стуком. Ах, вот как. Подожди, а этот портал проходит через квартиру? Нет. А как он идет может? Параллельно. Он идет параллельно. Хорошо. Вера, возьми свой ручной сканер Плеяд и просканируй этот портал над ее квартирой, где он там параллельно проходит, к кровати. Ты его должна увидеть. Ну, как труба длинная. Отлично. Под этой трубой внизу открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала. Все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Здесь такой гул идет. От этого, да? Ну да. А он длинный, как туннель. Все засасывается туда до конца. Когда-то, помнишь, закрывали портал, там дом трещал. Готово. Закрылся? Да. Отлично. Хорошо, черт. Давай, пошли по квартире, показывай мне все порталы. Я их буду закрывать. Пошли. У нее воронка посреди комнаты в ковре. Где ковер лежит, посредине комнаты. Там большая воронка. Все понял. Хорошо. И по всему периметру этого ковра открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Пошли дальше. В ванной. На потолке портал. Потолок. Под потолком внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Готово. Дальше. Входная дверь. Под входной дверью внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку
в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, еще все. Есть 4 портала в квартире и этот, который параллельно шел. 5 порталов. Хорошо. Все идем к клетке. И я даю команду на счет 3. Во второй идет низкая вибрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. Готово. Большие шары? Ну, эмоции очень большие. Да. Дом старый, а космические? Большие, но не такие, как эмоции. Под космическим открывая портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И космические энергии уходят на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, черт, заслужил. Готов забирать? Готов. Отправляю черту. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. И черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, клетка пустая? Да. Открывая под ней портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Клетка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Готово. Хорошо, мы закончили? Да. Переносимся к входной двери. 1, 2, 3. Я здесь. И отключаемся от квартиры. И поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я здесь.